Еще во вторник днем сохранится солнечная и теплая погода до плюс 25 градусов. Высокая отметка на столбиках термометров будет и ночью. Ожидается 10 градусов тепла. Но уже в среду к региону приблизится циклон. Начнутся осадки в виде дождя на западе и в центральных районах области. Тучи скроют солнце, из-за чего днем будет на несколько градусов прохладнее. В четверг дожди захватят практически всю территорию Оренбуржья. А к пятнице начнет усиливаться и ветер. Его порывы могут достигнуть 20 метров в секунду в северо-восточном направлении. Будет заток более холодного воздуха. Здесь мы ожидаем осадки уже смешанной фазы. Преимущественно это восток области, но и заденет ряд центральных районов. Не исключено, что в Оренбурге тоже 2-3 снежинки упадет. То есть прям небольшой снег с дождем, мокрый снег. На востоке не исключено даже чисто снегом. Отметка на столбиках термометров начнет значительно падать. Днем не будет теплее 6 градусов. В ночь с пятницы на субботу возможны заморозки минус 5 градусов. Холодный ветер с дождем и снегом сохранится и в субботу. В воскресенье осадки закончатся, но температура по-прежнему останется низкой.